Конкурс проводился с 11 по 18 февраля, на него было представлено 73 работы. Цель проекта – без срока давности сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений, нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. Я писала рассказ. Тема сочинения была выбрана «Дети в истории Великой Отечественной войны», и я выбрала, как у нас, получается, в Архангельске, лазарет, можно сказать, и как помогали раненым солдатам. Я решила об этом написать. Материал я ходила, брала в Котласской городской библиотеке взрослой и в интернете. София написала художественный рассказ, основанный на реальных событиях. Историю она пропустила через свою душу. Можно сказать художественным, но основывался вот именно на фактах, которые я взяла из книг. Дополнила, можно сказать, описанием, добавила, какую историю герой пережил. Девочка Лида, получается, которая представляет одну из главных героев, она была тоже добавлена, то есть. Но она собирательный образ всех детей. Я просто представляла, как это было тяжело, поскольку дети все равно были маленькими. Это даже не 16-летний возраст, а гораздо младше. Софии близка эта тема. В Кемте она изучает сестринское дело. В данный момент готовится к новому проекту о медицине во время Великой Отечественной войны.